пещерного отеля, возвращение блудной сумочки и проведение крупнейшего фестиваля барбекю. Хорошие новости прямиком из-за океана. В Альбукерке пройдет самый мясной и горячий фестиваль на свете. Участники мероприятия будут готовить барбекю. Все гости смогут попробовать мясные блюда, приготовленные на огне, острый соус, сальса, всевозможные маринады и даже горячие сладкие десерты. Ожидается, что праздник посетят более 20 тысяч человек со всего мира. В России, кстати, тоже проходит такой фестиваль, но намного масштабнее. Называется «Майские праздники». Причем, да, люди делятся на два типа. Те, кто хоронит картошку в эти дни, и те, кто, собственно, ставят мангалы. Но есть еще третья категория, которая картошку закопали, потому мангалы зарядили, да? Ну, мне кажется, все.